Так, здравствуйте. Мы сегодня будем вот, вот строить завод, завод ловушек, ну, сундук. Ну вот сейчас покажем, ну как это сундук. Сундук, вот сундук ловушка будем сегодня строить. Завод сундук ловушек. Сегодня это не просто будет построить сундук ловушек, но я сделал уже сундук. Уже готов. Угу. Оп. Смотрите, берем кирпичи. Да, к примеру, можете такое построить. Ну, выживание, если у вас не получается, вы можете построить выживание даже любой. Кирпичный это получше. Завод сундуков ловушек. Это очень хороший завод. Очень хороший сундучок. Завод. Вот так делаем. Так. Ой, я опять в креативе. Я там клиперов опять сегодня. Вчера. Ну, я снимал про завод. Про завод, вот. Я думаю, почему не заканчивается? Интересно. Я клипером занимаюсь. Все сундуки подготовлены уже везде. Ну, потом показать экскурсию, где везде подготовлены. Там еще подготовлены. Ну ладно, я там еще не построил. И так бы все. Не сломать кирпичи, если только киркой. Ой, блин, так. Главное, что это не последние кирпичи. Такое же зайти. О. Я же все разготавливаю. Землю рыхлил. Только креативом. Наши поднималки это изумруды. Это не те, которые я там писал. Вот изумруды это наши поднималки. Другие изумруды. А те, которые я хочу жить, может жить или нет? Подумаю. Это же очень много и жалко. Вот я поел уже, вот. Жизни установились. А, я же клиперами назревали, вот. Ну и поел уже, долго этих выживаний делаю. Пока кирпичи добуду. Пока все так, и все время. Так, блин. Придется за кроватью идти. Я кровать потерял. Ладно. Мы не будем за кроватью идти. Так, я там ее потерял в шахте. И кирпичи заканчиваются. Вот. Или нет? О! И видали, сколько у меня там кирпичей? Я богач. Теперь. Еще у нас будут заводы из кирпичей, потому что еще завод кирпичей будет у нас. Кто вы узнаете, как делаете кирпичи? Но это еще не скоро.
Если 100 лайков наберется сразу, могу вам уже стать. Так, так. Ну, на паузу поставлю. Знаете, какой я блок хочу? Захотел. Так, ну, я сбоку вот этот захотел. Вот. Это я в шахты ходил, чтобы этот блок добыть. Вот. Так, где здесь выход? А, вот он. Выход. Ну, так, красиво. Ну, ладно. Теперь мы изумруды тратим. Блин, ладно. Смотрите, сейчас мы будем такие... Модный вот блок, смотрите, клиперы. Вот такой блок мы растратим. На этот завод теперь мы за собой заметаем следы. Потому что изумруд это хорошая вещь и дорогая вещь. Очень дорогая, даже не представляете, сколько эти изумруды стоят. Очень дорогие они у меня. Один блок надо 8 изумрудов. Мы же потратили больше 8 изумрудов. Так. Так, вот так. Подлетаем. Надо полетать. То есть мы полетаем. В креативе это все сделаем, потому что вот это уже очень... Всё, так. Как раз мы сохраним блоки. И бесконечно они еще. Да, бесконечные. Все бесконечное надо. Выживание добудешь и закончится. Как прошлый ролик был. Клиперы. Придется, чтобы на завод отправить, придется за песком ходить и клипер добывать. Уже из сундука, даже сундук уже добыл. Выживание включим, давай. Главное, что там клипер не оказался. Нашей хижине. Это самое... Где мы? А вот. Козочка, это урон. Да, да. Смотри, какая широкая комнатка. Что у нас свет был, у нас будут большие окна.
Песок. Моя надежда. Стекла. Угу. Угу. О, кирпич у меня еще есть. Так, закроем здесь. Мне должно хватить. Мне это... Почему два стекла? Мне нужно вот сто... Да, два стекла давай. Между что? Шахту мы не пойдем. Вы знали, я не буду идти в шахту. Мне неохота в шахту идти. Я не хочу, даже стекло хочу бесплатно взять. Ой, то есть не в шахту, а вот в пустыню идти. А пустыня неподалеку. Я же за стеклом не сходил. А надо было сходить за стеклом. Ладно, сейчас. Стекло из песка делается. На печке. Нужен уголь просто. И чтобы печка разожглась. Вот что у нас и получилась комнатка. Вот сейчас здесь закроем. Включаем. Опять наш выживание. Выживать в нем опять. И выживание мы пробуем. Знаете, что сделать? Ставим верстаки. Ой. Этих изумрудов можно скрафтить уже 2 миллиона изумрудов. 99 там плюс еще. Ну ладно. Ну, теперь у нас сундук. Есть сундук ловушка. Сундук и сундук ловушка. Сундуки ловушки здесь оставим. Давай. Есть большие сундук ловушки. А есть маленькие. Есть. Ой, нет. Один нужен сундук, потому что сундучок один, большой сундучок. Один вот здесь сундучки будем расставлять. Простых сундучков. Готовность. Вот. А теперь делаем сундук ловушки. Сейчас покажу, как они делаются. Так, подожди-ка. Мне это вот этих нет приметов. Придется из креатива взять. Я их потерял. Уже они были. Где они уже были? Я же из креатива их не брал. Где их добывал? Может, новые добыть? Пока. Желез у меня есть. Так. Вот оно. Фух, я думаю, уже потерял. Не добыл. Мне железо осталось и дерево осталось. Сейчас мы открафтим. Вот сундук. Сундук ловушка. Вот делаем сундуки ловушки. Ну все, у нас много сундуков ловушек теперь.
Вот и получился у нас завод сундуков-ловушек. Вот сколько у нас сундуков-ловушек. Ну, это все, пока-пока. Выключаем это все. Все, я вот мы посмотрим. Ой, а дверь поставить? Ну, ой, у меня двери нету. Ну ладно, вы любую можете поставить. Ну и на это все. Мы поставили, сделали завод сундуков-ловушек. На этом все. Пока-пока. Дверь любую вы можете поставить. Дверь забыл.